Студия БФФТВ, голкипер национальной сборной Беларуси Александр Гутер. Саш, твои комментарии после матча, ну, по-моему, одно из самых обидных поражений вообще за последнее время сборной Беларуси. Ну, обидное поражение было и, по-моему, в Белфасте. Я тогда не был в расположении национальной сборной. Тогда тоже пропустили на 85-й или на 86-й минуте. Вот, поэтому это уже второе досадное поражение в этом цикле. Как считаешь, чего не хватило сборной Беларуси для того, чтобы добиться положительного результата? Ну, забить на один мяч больше, чем сборная Ирландии. Гол, который пропустили, это отсутствие концентрации, усталость, какое-то стечение обстоятельств. Как это твоими глазами происходило? Ну, мне кажется, концовка матча уже стала немножко более открытой. Команды начали играть больше в атаку и сыграло индивидуальное мастерство футболиста сборной Ирландии. По сути, у тебя сегодня практически не было работы, да? Два таких только удара за 90 минут, можно вот с трибун вспомнить. У тебя как ощущение у самого? Ну, ощущения нормальные. Я не скажу, что сильно не было работы, и ногами приходилось играть. Вот все время держать себя в концентрации, поэтому игра давалась довольно-таки неплохо. Обидно, что потерпели поражение. Что сейчас успел с ребятами обсудить, как-то обменяться мнениями? Как пытаться вот выйти из этого состояния депрессии, наверное, после такой серии поражений длины? Ну, пока еще не успели обсудить, потому что только после матча вернулись в раздевалку. Ну, сядем, обсудим на следующем сборе. Сейчас нужно возвращаться в клубы, набираться позитива там. Спасибо большое, удачи.